канун Международного дня защиты детей в Балаклаве уже в 12-й раз проводится открытый турнир по тэквондо. Кубок детско-юношеского клуба «Кумган» – трофей команды, и бороться за него могут только сильнейшие юные спортсмены клубов, школ и секций города. По одному представителю команды в каждой весовой категории выходят на даян и борются за баллы для всех команд. Это традиционный кубок, который собирает все команды города Севастополя, а разыгрывается звание лучшей команды Севастополя. В этих соревнованиях принимают участие около 60 человек. И в каждой весовой категории по одному человеку. Помогает и администрация очень сильно, помогают ребята, помогают родители. И с каждым разом соревнования становятся более красочными, более интересными и зрелищными. Проведение соревнований на набережной Назукино позволяет балаклавцам и гостям города увидеть все перипетии турнира, познакомиться с олимпийским видом спорта, пообщаться со спортсменами и тренерами. Кумган. Этот клуб у нас находится в Балаклаве. Соревнования традиционно проводятся на Балаклавской набережной и собирают детей в возрасте от 7 до 11 лет. На этом турнире выступают севастопольские спортсмены из 4 клубов. Это клуб «Кумган», который является организатором, клуб «Варанг», клуб «Тыгук» и ДСШ. Детско-юношеская спортивная школа номер 3. Для некоторых участников турнира это первые поединки вне стен родного клуба. Для других – вариант опробовать свои силы в спарринге со старыми знакомыми. В любом случае, каждый такой бой – это преодоление. Наша команда выступает не в полном составе, в некоторых весовых у нас нет спортсменов. Но, тем не менее, мы приехали с удовольствием участвовать в этих соревнованиях. Это хорошая школа для начинающих спортсменов. Некоторые наши спортсмены выступают впервые на этих соревнованиях. Первые бои проводят на Дуянге. Очень молодые спортсмены. Вступаем мы в разделах хирургии, поединок, в разделах все формальные комплексы, в разделах спецтехника, это выполнение ударов в высоту и в длину. Ребята настроены нормально. Готовы к боям. Турнир включал не только поединки на даяне, но и комплексы пумсе в личном и командном зачете, выполнение упражнений в высоте и дальности ударов. С показательной программой выступили спортсмены старшего поколения. Спортивный праздник продолжался далеко за полдень, и моросящий дождик ему не помешал.